Простое, но очень вкусное блюдо, понравится всем любителям овощей. Можно подать самостоятельно или с любым гарниром. Попробуйте. Мне нравится экспериментировать с запеканками. Сегодня поделюсь с вами рецептом, как приготовить запеканку с макаронами и баклажанами в духовке. Несмотря на довольно простой набор продуктов, получается очень вкусно. Непременно попробуйте. Макароны 150 грамм. Баклажаны 300 грамм. Помидоры 200 грамм. Сыр 100 грамм. Лук 1 штука. Чеснок 2 зубчика. Растительное масло 50 мл. Сметана по вкусу. Соль по вкусу. Специи по вкусу. Количество порций 4-6. Подготовьте все ингредиенты. Баклажаны нарежьте небольшими кусочками и переложите в разогретую сковороду с маслом. Добавьте соль по вкусу и обжарьте баклажаны до полуготовности, периодически помешивая. Добавьте нарезанные помидоры, нарезка может быть любая, и измельченный чеснок. Тушите все вместе, периодически помешивая в течение 3-5 минут. Макароны отварите до состояния альденте в подсоленной воде. Форму для запекания смажьте маслом. Я для удобства застилаю ее предварительно фольгой. Выложите ровным слоем отварные макароны. Сверху распределите тушеные овощи. Смажьте овощи сметаной и посыпьте все тертым сыром. Запекайте блюдо в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут. Запеканка с макаронами и баклажанами в духовке готова. Приятного аппетита!